Тюменские полицейские задержали подозреваемого в перевозке и сбытии наркотиков в особо крупном размере. На 317-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень инспекторы остановили автомобиль. Водитель нервничал. В ходе досмотра багажника пассажира полицейские обнаружили несколько пластиковых свертков с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза установила, что вещество является N-метилэфедрон общей массой около 400 граммов. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.